На гражданской службе высококвалифицированного руководящего кадрового состава законопроектом предусматривается, что федеральному государственному гражданскому служащему, замещающему должность категории руководители, относящуюся к высшей группе должностей, срок гражданской службы может быть продлен по решению президента Российской Федерации до достижения возраста 70 лет. Любви все возрасты покорны. Госслужбе тоже. Да и Владимир Путин не самый пожилой президент на свете. И товарищи у него не самые пожилые. Примеров много. Да вот и Борис Ельцин, когда он подал в отставку за 2 месяца до конца своего второго президентского срока, был почти на 10 лет старше. Но разница 8, 9, даже 10 лет, согласитесь, это не звучит. Тогда, в 2000 году, преемнику Ельцина было 48 лет. Молодой был человек по нынешним меркам. Другой был человек. Совсем другой был разговор. Вообще, в политике время течет иначе. И возраст – это не только прожитые годы, но и проекции политических программ. На фоне Андропова и Черненко Ельцин и Горбачев смотрелись молодыми людьми. И потому что были моложе, и потому что застой закончился. Ельцин так вообще посадил за руль мальчиков в розовых штанишках. Возраст политического лидера – это ведь и средний возраст его команды. От 48-летнего Путина ждали реформ, потому что он был молод. И он был молод, потому что его предшественник понимал, что нужны реформы и свежая кровь. Такие лидеры с такими планами все равно не думают о том, сколько лет их товарищам и как их сохранить в обойме. Ведь все равно все будет меняться. Переменам и развитию возрастные ограничения не страшны. 8 лет спустя уже от 56-летнего Путина и его молодого преемника снова ждали перемен, но они оказались не настоящими. Преемник был не вполне преемник, а смысл перемен заключался в том, чтобы ничего не менять и оставить всех на своих местах. А еще 4 года спустя общий возраст команды Путина вырос на 4 года умножить на количество чиновников. Старость совсем не радость, только когда нет других планов, кроме как стареть дальше. Вместе и рядом со своими стареющими товарищами и друзьями. Вот тогда номенклатурная гиподинамия потребует свежих решений. Ну, например, справок с работы, что это не старость, а трудовой возраст высококвалифицированного кадрового состава.